Добрий вечір, це тема дня, а тема нашого ефіру – протидія насильству. Триває щорічна акція «16 днів проти насильства». Як упередити прояви насильства? Як діяти, якщо ви стали жертвою насильства? Про це сьогодні говоритимо з нашою гостею в студії. Директорка фонду «Любисток» Маргарита Пархоменко. Маргарита, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76 92 33. 25 листопада розпочалась міжнародна акція «16 днів проти насильства». До неї долучився і Миколаїв. Кореспонденти зі служби новин Володимир Степанов та Василь Філімон спостерігали, як все починалось. Будь ласка. Павло Шульга – житель Миколаєва, виховує 8 дітей. Говорить, долучився, бо знає багатьох людей, які постраждали від домашнього насильства. У моєму житті дуже багато, в житті моїх однокласників були випадки, коли звершувалось насилля як над тато над мамою, мама над татою і над дітьми. І раніше це вважалось, що це добре, що це класно, коли дисципліна, що це треба. Дітей наказувати, батьки повинні, мати повинна бути на своєму місці, як казали тоді. Це тема, яку треба вичерпати в нашій країні, для того, щоб діти виховувалися в сім'ях безпечно і батьки знали про те, що їх права треба захищати і піклуватися. Наші діти українські повинні зростати в люблячих сім'ях. Організували акцію співробітники Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації. Участь взяли близько 50 людей. Більшість з них у помаранчевих накидках з прапорцями та буклетами того ж кольору. Помаранчевий колір, він визначений символом нульової толерантності до проблем домашнього насильства. Сьогодні бачите в нас і розвитковий матеріал спеціально для того, щоб привернути таку увагу. І помаранчеві жилетки, і флажки, і надувні кулі спеціально для того, щоб якомога більше людей привернути до цієї акції. Учасники акції зібралися біля будівлі міської ради. Звідти вирушили вулицею Соборною. Всім перехожим роздають символіку та буклети. За інформацією Департаменту соціального захисту населення, протягом першого півріччя цього року звернулися за допомогою більше 3 тисяч осіб. Одна з учасниць акції Олена Мельникова представляє національну благодійну організацію «Позитивні жінки». Каже, насправді жертв насильства більше. Тому мета акції – привернути увагу людей і проінформувати, як і куди можна звернутися за допомогою. Щоб жінки не боялися звертатися за допомогою, телефони, контакти будуть розміщені на візитівках. Якщо дівчатам, жінкам знадобиться безпосередньо допомога, вони зможуть звернутися за адресами і в Центр соціальної служби конкретно, де ця акція і акумулюється. Акція з боротьби проти насильства триватиме 16 днів. У цей період співробітники Департаменту соціального захисту населення організовуватимуть різні заходи, до яких залучатимуть молодь, поліцію та правозахисників. Це тема дня, ми працюємо в прямому ефірі, а тема нашого ефіру – протидія насильству. Ще один з аспектів цієї акції – 2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Щороку 2 грудня за рішенням Генеральної асамблеї ООН відзначається Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Саме цього дня 1949 року на 4-й сесії Генеральної асамблеї ООН було прийнято конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами. Для України документ набрав чинності 15 лютого 1955 року. Маргарита, будь ласка, що є метою цього дня? Основной целью этого дня, именно 2 грудня, точно так же, как и в две предыдущие даты, это 30 июля и 18 жовтня, то есть Международный день борьбы против торговли людьми и Европейский день против торговли людьми, 2 декабря, мы его отмечаем как
борьбу с этим позорным явлением. И основная цель этой акции – это привлечение внимания общественности, прежде всего, к этому позорному явлению 21 века. А скажіть, будь ласка, наскільки актуальна ця проблема саме для Миколаївської області? Эта проблема актуальна для всего мира. Она актуальна для Украины. Не зря Украина является на сегодняшний день лидером Восточной Европы по происхождению жертв торговли людьми. И по последней информации занимает 5-е место в мире по происхождению жертв торговли людьми. Не может исключением быть Николаевская область, естественно, потому что сегодня социально-экономическая ситуация в нашем регионе не имеет тенденций к трудоустройству нашего населения здесь, в Николаевской области, соответствующей сегодняшнему времени заработной платы, платой труда. И поэтому очень многие жители ищут возможности решить эту проблему, прежде всего, с трудоустройством. И это может быть и за границей, это может быть и какие-то другие регионы в Украине, где они могут найти применение своему труду, своей специальности, где им, по их мнению, могут заплатить, предложить оплату их труда больше, чем здесь на месте. И это касается как женщин, так и мужчин. А скажите, будь ласка, Маргарита, какие сучасні формы рабства? Адже, звичайно, що сучасне рабство відрізняється від того, яке було 100 років тому. Чи ні? Вы знаете, сегодня, конечно, имеют определенные виды, ну, скажем, эксплуатации людей, которые мы можем, они определены нашим законодательством, да, то есть какие мы виды торговли людьми сегодня наблюдаем, да, то есть лидирует сегодня эта трудовая эксплуатация. Вона на першому місці? Це на першому місці, так. Да. І на сьогоднішній день я можу одразу акцентувати увагу, що від трудової експлуатації більше 50%, 56% – це статистика Міжнародної організації по міграції, постраждавши від торгівлі людьми – мужчини. Есть, ну, следующие виды эксплуатации – это и сексуальное, это вовлечение, попрошайничество, это вовлечение в незаконную деятельность, в преступную, это вовлечение в военные конфликты, это может быть принудительное суррогатное материнство, это усыновление или удочерение с целью получения выгоды, может быть, еще... А, еще на сегодняшний день очень актуальный такой вид эксплуатации, как незаконное извлечение органов с целью дальнейшей трансплантации. Но очень латентно, скрытое, и его не просто выявить, такой вид эксплуатации. Но на самом деле, вы знаете, появляется спрос и проявляются виды эксплуатации очень в неожиданных версиях. Вот, поэтому, ну, это основные виды трудовой эксплуатации. К сожалению, кроме мужчин и женщин, еще от любых видов эксплуатации, особенно трудовая, сексуальная, попрошайничество, порнография, сегодня эксплуатируются дети. И тенденция, к сожалению, не показывает нам на то, что дети сегодня, несмотря на свою высокую довольно-таки обизнанность в этой проблеме, они все равно готовы давать, очень высокий процент детей, которые готовы давать, дают согласие на рискованные предложения, которые могут привести к ситуации торговли людьми. А які форми боротьби з сучасним рабством існують сьогодні? Форми боротьби. Ну, боротьба – це дітище, так я говорю, представителей правоохранительных органов. В Николаївській області, точно так же, як і во всіх областях України, є відділ або управління по боротьбі з торговлею людьми, в нашому випадку це відділ, який
профессионально проводят свои непосредственно оперативные действия, направленные на борьбу с торговлей людьми. То есть их задача – это выявить само преступление, выявить преступников, да, ну и привлечь их к ответственности, в том числе к уголовной. Вот. То, что касается представителей государственных структур и общественных организаций, здесь мы говорим о том, что мы проводим мероприятия, направленные на предупреждение этого явления, этого преступления. И направлено, и связано оно, естественно, ну, одним из компонентов является это проведение профилактических, превентивных мероприятий. Причем эти мероприятия необходимы и важны абсолютно для всех категорий населения. То есть это и взрослые, и как молодежь, для детей, так и дети. Для дорослых? Да, абсолютно, и для взрослых. К сожалению, потому что на сегодняшний день это явление является актуальным абсолютно для всех. И мы всегда говорим о том, что когда проводим какие-то любые свои мероприятия, да, и несмотря на то, что люди по-разному реагируют, кто-то говорит, что да, проблема торговли людьми, она актуальна и для Украины, и для нашего региона, но никто не адаптирует эту ситуацию на себя, для себя. То есть люди считают, что они настолько обизнаны, что не попадут ни в коем случае в ситуацию торговли людьми. Вместе с тем, когда задаются вопросы, да, связанные вот с провокацией, да, которые могут конкретно привести к ситуации торговли людьми, положительно отвечают как взрослые, как молодежь, так и дети. А скажіть, будь ласка, яка відповідальність передбачена за скоєння цього злочину? У нас в Україні существує, на сьогоднішній день существує 149 стаття Уголовного кодексу, яка предусматриває три частини цієї статті. І трьома цими статтями предусматривається наказання, відповідальність уголовна сроком на от 3 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой, в зависимости от состава преступления, то есть кто в этом преступлении, в эпизодах был задействован, против кого это преступление совершено, в зависимости от этого, в общем-то, рассматриваются статьи. У нас в Николаевской области есть тоже уголовные дела, которые имеют судебные приговоры, где есть наказание, вынесено судом, решением суда, наказание преступникам сроком от 3 до 8 лет. А чи можете ви назвати, скільки в Миколаївській області постраждали саме від цього злочину? Мы рассматриваем два понятия – пострадавших и потерпевшие от торговли людьми. То есть потерпевшие – это понятие, скажем, имеющее такой уголовную основу, да? То есть для полиции больше, для уголовного дела. А мы используем как представители государственных структур, так и представители общественного сектора понятие «пострадавший от торговли людьми». И сегодня пострадавших у нас есть в Украине предусмотренный законом Украины о противодействии торговле людьми, который был принят 11 сентября 2011 года, предусмотрен статус пострадавшего от торговли людьми. Этот статус предоставляет Министерство социальной политики. Вот документы, можно обратиться за получением статуса, то есть любому лицу, которое считает себя пострадавшим, в управление или департамент социальной защиты населения, в зависимости от место, где находится пострадавший, к ответственному лицу за сбор информации по установлению статуса.
И эти документы потом направляются в Министерство социальной политики, которое, в общем-то, министерство рассматривает и выносит свое решение. В этом году, насколько мне не изменяет память, было присвоено у нас в Николаевской области 12 статусов пострадавших от торговли людьми и один еще в процессе рассмотрения. Ну, я могу ошибиться, но один буквально две единицы. Вот. Вообще у нас, начиная с 2012 года, именно в этот период, начали предоставляться статусы пострадавших от торговли людьми. В Николаевской области уже более 40 статусов. А скільки офіційних статусів пострадавших? Це офіційних статусів пострадавших від торгівлі людьми, які предоставило Міністерство соціальної політики. А яка допомога з боку держави надається постраждалим? Государственными структурами предусмотрены разные виды помощи, и об этом человек, который обращается за статусом, обязательно информируется ответственным лицом, которое проводит с ним работу, опрашивает, составляет документы, собирает информацию, которая необходима для предоставления этого статуса и направления его в Министерство социальной политики. Эта помощь предусматривается, во-первых, одним из немаловажных компонентов помощи – это материальная помощь сегодня, которая выплачивает государство. Это единоразовая выплата. Она может быть небольшая, но тем не менее для человека, который оказался в ситуации торговли людьми, и ему удалось вернуться без денег, без документов, с кучей проблем, я думаю, что 3 прожиточных минимума не будет лишними. А кроме материальной помощи, это... Это при том, что он должен довести, что он пострадал. Он ничего не доказывает, человек, который обращается. Да? То есть он должен обратиться к ответственному лицу за установление статуса с заявлением о том, что он пострадавший от торговли людьми. То есть заявление составляет непосредственно ответственное лицо, человек просто описывает свою ситуацию, рассказывает. То есть есть определенные критерии, по которым определяет, каждый определяет, есть ли человек, является ли этот человек действительно пострадавшим от торговли людьми. То есть доказывать ничего не надо. Да, можно предоставить какие-то подтверждающие этому факту документы, если они есть. Это может быть какой-то договор, который составлялся. Может быть, это какие-то проездные документы. Может быть, это обращение, где человек подвергался эксплуатации. Да? Возможно, это обращение в медицинские какие-то учреждения или в правоохранительные органы, или, возможно, его возвращали через консульство или посольство, и у него есть документы, то есть у него не было документов, такое бывает, да, человек обращается в консульство Украины или посольство, и ему консульство или посольство помогают в возвращении, да, но одним из компонентов этой помощи это как раз предоставление проездных документов и, так называемого билета, белого паспорта. Да, которые, собственно говоря, служат возможностью пересечь границу, потому что по разным причинам у человека может не быть документа. То есть документы могут быть изъяты на месте эксплуатации. Ну, це з боку держави допомога, а з боку громадських організацій яка допомога існує? Это не вся помощь, которая предоставляется государственными структурами. Государственными структурами, я могу просто перечислить, предусмотрена еще медицинская помощь, которая на сегодняшний день работает, я вам хочу сказать. Да? То есть многие пострадавшие, которые обращались, которые нуждались в медицинской помощи, это прежде всего обследование и необходимые процедуры, которые, были необходимы человеку, которому были нанесены какие-то травмы, да, заболевания он получил. То есть это все предоставляется. Это психологическая помощь и поддержка.
предоставление временного жилья, это помощь в восстановлении документов, это консультации юридические, консультации и, господи, помощь в образовании, помощь в трудоустройстве. То есть это все те виды помощи, которые предусмотрены государственными структурами. Вот. То, что касается общественных организаций, ну, мы, естественно, тоже имеем возможность помогать пострадавшим, и это никак не связано со статусом, это никак не связано с тем, обращается человек в государственные структуры или не обращается, общается ли он с правоохранительными органами или нет, абсолютно не зависит. То есть человек может обратиться в нашу организацию, ну, или в какую-то другую организацию, которая является профильной по противодействию торговле людьми, которая имеет опыт работы с пострадавшими от торговли людьми, именно с этой категории, и является членом Всеукраинской коалиции по предотвращению торговли людьми в Украине. Мы работаем непосредственно при поддержке международных организаций, которые предоставляют возможность работать с пострадавшими от торговли людьми. И здесь, конечно, идет тоже у нас и помощь. Материальной помощи мы не оказываем, но кроме материальной помощи мы имеем возможность и помогаем людям в предоставлении, скажем, предметам первой необходимости, обеспечении их, то есть тем самым необходимым, которые вот сегодня человек нуждается. Да? Это может быть и одежда, это может быть там тоже временное жилье. Вот, естественно, конечно, мы квартиры отдельные не снимаем пострадавшим, да? Но это может быть жилье, предоставленное где-то, скажем, или в хостеле, или ну, какой-то другой вариант. Ну, мы уже решаем в зависимости от, знаете, в зависимости от ситуації, потребностей, ситуации, да, конкретного Маргарита, человека. А скажіть, будь ласка, які просвітницькі заходи ви проводите? Сегодня в рамках 16 дней против насилия 2 декабря мы начали презентацию игры «Ліза та її друзі подорожують світом». Тобто презентація відбулася саме 2 грудня. І 3-го, і зараз ви проводите цю презентацію. І 3 грудня, да, ми зараз її проводимо. Тобто вона заключається в тому, що ми работаем, то есть она направлена на детей в возрасте, по рекомендациям, да, от 8 до 14 лет. И эта игра имеет информационную цель детей просветить, да, чтобы они могли понимать, где и в каких ситуациях человек может оказаться в ситуации торговли людьми, как избежать этой ситуации вовремя, да, как можно изменить эту ситуацию. И задаются непосредственно, сейчас я вот покажу, значит, в этой игре есть, ну, такие вот детали, есть карта, да, то есть путешествие предполагает карту, да, то есть кубик, который, это не предусматривает, знаете, конкурирующую командную игру, да, то есть это игра командная, да, то есть Лиза и есть вот такие человечки, ее друзья, которые переходят из пункта в пункт, вот, есть у нас вопросы, правила, инструкция этой игры, вот, что значит старт, да, что значит, какие, допустим, пункт консульства, да, то есть что человек приходит, если в консульство, что он в этом консульстве может получить, да, то есть человек обращается в консульство, зачем? Во-первых, ему надо иметь в консульство, обращаясь уже за гранпаспорт, а в консульстве он получает визу, да. Перед тем, как дети начинают играть, им предоставляется возможность выбрать фишки, да, то есть те предметы, 9 этих предметов, которые они должны с собой брать в подорож, потому что, ну, в путешествие, потому что обычно, когда человек куда-то собирается ехать, что мы обычно с собой берем, да, то есть нам надо одеться и надо покушать. А вот то, что нам надо собрать какие-то документы, что надо иметь визу, что надо иметь для того, если мы едем работать, что надо иметь обязательно официальный трудовой договор, как его правильно заключать, как надо, с кем нужно проконсультироваться по поводу законности этого договора. Об этом, к сожалению, очень часто люди не думают. А да? Скажите, будь ласка, как реагируют дети на эту игру и в каких школах вы уже провели эту презентацию? Мы проводили. Маргарита, у нас осталась хвилина.
Мы проводили уже в нескольких школах эту игру. Мы проводили в Центре социальной адаптации для детей. Мы проводили игру, и дети, вы знаете, реагируют очень интересно. Потому что, ну, обычно дети не любят, когда их собирают, заставляют во что-то там играть, выступать. То есть какие-то, знаете... Особенно такие... после уроков. Да, да, особенно после уроков. Да, мы приходили в 4 часа, и дети непосредственно, несмотря на то, что уже подошли при мне, подходили к учителям и рассказывали, что им надо обязательно срочно, потому что их там кто-то ждет, с кем-то они договорились. Вы знаете, дети буквально через 10-15 игры после начала игры выходили куда-то там, звонили или не выходили, в общем, никто никуда не расходился. То есть все дети оставались, потому что у детей интересно, действительно вызывала эта игра интерес живой. Потому что мы звонили на телефон горячую линию, то есть такой вопрос, да. Дети узнали, что такое реально, можно позвонить, да, что это не страшно, что получишь очень интересную информацию познавательную, которая тебе там будет нужна. И дети об этом говорили и отмечали это. І, будь ласка, Маргарита, наприкінці нашої програми телефон гарячої лінії, якщо комусь треба. Національний телефон гарячої лінії по противодействию торговлі людьми безплатний со всіх мобільних операторів 527. І якщо людина захоче скористатись цим телефоном, вона може зробити це у будь-який час, так? Можна позвонити. Телефон у нас працює тільки в робочі дні, не в робочі время з 10 до 20.00. Маргарита, спасибі, що ви сьогодні були у нас в студії. Це була тема дня «Протидія насильству», якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. Маргарита Пархоменка була у нас в студії. На все добре.